Спустя почти месяц после начала сезона в Новочебоксарске благоустроили пляж. Несмотря на то, что город находится на берегу Волги, со специально оборудованным местом для купания здесь возникли проблемы. Претензия на удручающее состояние пляжа поступила даже в Центр управления регионом. Как изменилась инфраструктура зоны отдыха и почему городские власти припозднились с официальным открытием сезона, расскажет Ирина Николаева. Работы по благоустройству Новочебоксарского пляжа практически завершены. Сюда завезли 700 тонн песка, обустроили пешеходные дорожки, установили кабинки для переодевания. Восстановили и водопроводную сеть, так что теперь без проблем можно ополоснуться в душевых кабинках. Работает фонтанчик. Подремонтировали и медкабинку. Спасатели следят за безопасностью отдыхающих с новой вышки. Водолазы обследовали дно прибрежной зоны. К тому же теперь добраться до пляжа можно быстро и с комфортом. Маршрут 20К продлен. И многие отдыхающие уже оценили усилия городских властей. Мне очень нравится. Что именно нравится? Что тут есть вот такие вот дощечки, по которым можно идти. Тут есть фонтанчик и раздевалки. Вода красивая, бульки там. Более-менее все нравится. Можно, конечно, еще поставить киоск какой-то с водой. Нет, много людей. Комфортно можно поплавать спокойно. Вот, это нравится. Нет, не забит пляж, например, в каком-нибудь Крыму. Убрано, чисто, аккуратно, красиво, все хорошо. За природой приехали. Ничего. За Волгой, а так больше, наверное, больше ничего и не нужно. Совсем другая обстановка на пляже была еще пару недель назад. Торчащие железки, грязная вода и никакой инфраструктуры. Жительница Новочебоксарска отправила жалобу в Центр управления регионом. В своем обращении она подробно описала, в каких условиях вынуждены отдыхать горожане. Реакция последовала незамедлительно. Это единственный официальный пляж во всем Новочебоксарске. К наплыву отдыхающих его подготовили буквально на днях. Правда, пока здесь можно только позагорать. Сейчас Роспотребнадзор проверяет качество волжской воды в этом месте. Насколько она соответствует требованиям гигиенической безопасности, как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Поэтому отдыхающим на пляже все же рекомендовано воздержаться от купания. Ждем заключения Роспотребнадзора. Отборы воды взяты. Сейчас анализы проведены. Вот ждем заключения со дня на день. Официальный пляж в Новочебоксарске открыли в 2018 году, хотя в городе есть несколько мест, где любят собираться жители. Здесь, по мнению муниципальных властей, широкая прибрежная линия и удобный вход в воду. Еще один существенный плюс в том, что речные суда курсируют не так близко. Сотрудники администрации объясняют, с благоустройством официального пляжа в этом году припозднились из-за снежной зимы. Территория пляжа – это заводь. Весенний паводок поднял воду. Она не совсем быстро у нас сошла, как хотелось бы. Мы здесь очень часто бывали, наблюдали за сходом воды. После схода воды проведены работы по очистке пляжа уже после паводкового сезона. Также обследовано дно водолазами. И после положительного заключения, выданного водолазами, значит, мы приступили к благоустройству пляжа. Однако в разгар лета в городе на Волге все еще негде искупаться. Новочебоксарск не располагает ни одним пляжем, где жителям официально разрешено купаться. Несмотря на это, горожане, спасаясь от жары, штурмуют излюбленные места отдыха. И не только оборудованные. Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.